В Международный день женского предпринимательства клуб деловых женщин «Химок» подводит итоги уходящего года. Поздравляют друг друга с профессиональным праздником и награждают самых активных участниц. Благодарность вручается генеральному директору клиники «Девмедикал» Екатерине Викторовне Домбровской. Благодарность получает управляющая клиникой Татьяна. Сообщество женщин-предпринимателей в Химках насчитывает более 100 участниц. Между собой бизнес-леди делятся опытом ведения дел. Сейчас очень развито, но так было не всегда. То есть, ну, наверное, последние 2 года. Потому что один в поле не воин, и действительно нам сложно. Нет информации достаточной, нет достаточного образования. То есть многие уходят в бизнес в декрете, да, когда ищут себя или нужно чем-то заниматься. Поэтому все больше и больше женщин ищут себя. А такие комьюнити просто помогают не выгореть, не бояться, развиваться. Так легче. Ольга Карташова на встречу пришла впервые, но и тут не смогла не работать. Уже год как индивидуальный предприниматель занимается портретной съемкой. Снимает только женщин. Это женщины прекрасные. Мне хочется, чтобы они увидели себя, какие они красивые. И часто фотосъемка – это такой психологический тренинг, потому что многие открывают в себе либо какие-то грани, либо они могут посмотреть со стороны и увидеть, над чем они хотят поработать, что изменить в себе, что-то принять. Женское предпринимательство неспроста вынесено в отдельную категорию. По статистике, бизнес-леди все чаще выбирают социальный сектор. Итоговые продукты и услуги, как правило, на стыке коммерции и благотворительности. Те товары, которые они производят, или те услуги, которые они предоставляют, конечно, мы растем, нам есть куда идти. И учитывая, что за нами поддержка, то есть, понимаете, мы ведем свой бизнес не в вакууме, а мы знаем, что у нас всегда есть куда обратиться. Это и администрация, это аппарат уполномоченного, это торгово-промышленная палата. Но мы понимаем, что что бы мы ни задумали, мы это реализуем. С реализацией задуманного готовы помочь в МКУ «Малый бизнес Химки». Учреждения помогут составить бизнес-план, проконсультируют по юридическим тонкостям и расскажут о льготах. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости. Химки ТВ.